Я попытался донести свою точку зрения хотя бы так. Но вроде как та же самая ссылка остается. Что ждем, пока команды зайдут, разомнутся. О, даст у нас. Ничего себе. Так, вы не удивляйтесь, если я буду называть вещи, которые... Давайте так, я вам покажу, да? Вот, смотрите, ребят. Как вы называете это? Вы, наверное, называете это... Блять, я даже не знаю. Зиг? Как это называется? Зига, да? Шорт, шорт. Я называю это баклан, ребят. Простите меня, пожалуйста, да? Но я думаю, если среди вас есть хоть один севастополец, да? То... Как бы он поймет меня. Записал баклан, да, это балкан. Ребята, но это хотя бы верхняя темка и нижняя темка, да? Приемлемо. Да, отлично. Это аквариум. Это вот окно. Блять. Аквариум у вас есть? Окно, дырачку. Окно. А это у вас как? Вот тут вот. Позиция. Там пока бы они зайдут, пока на живорот, мы пока говорим. Танцпол. Ебать. Танцпол, сука. Ёбаные кейсеры, блять. Мужики, он на танцполе. Понял, блять. Понял. Так, ну КТРС, давайте с простого. Это длина. Вот эта длина. Лонг, да. Это яма. Это яма. Это что? У нас это коннектор называлось. Бокс, коробка. Бокс. Хорошо, а есть на карте коннектор здесь где-нибудь? Нету коннектора? Ну, поздравляю, теперь есть. Так, за тачкой, наверное. Я не знаю вообще, что это за машина, но пусть будет за тачкой. Я бы назвал за Мэрином, блядь. Так, там ready to play. А помните, блядь, в 1.6 между этими коробками была нахуй такая расщелина. И если вот в эту расщелину было кинуть флешку вот так, то все, кто в темке слепли нахуй, как будто она у них перед еблом была. А еще, вот тут, кстати, прошивается или нет? Вот тут не прошивается, если стрелять? Нет? Божечки, блядь. А это как называется? Типа проход по мидлу. Внизу. Мид. Ну просто мид. Окей. Double doors. Угу. Двери double doors. А это все шорт, да? Вот это вот все шорт. Или есть в шорте еще что-то? Все шорт. Мостик. А эта позиция как-то называется? Я видел, как профессиональные игроки на ней что-то исполняли. Гэндальф! Гэндальф, блять! Ну действительно, я сразу так подумал. Скажу честно, я когда увидел, я сразу понял, Гэндальф. Тут же, в секунду. А почему она так называется, вы знаете? И серый высокий. Просто так принято. То есть, прикинь, реально, один чел назвал это Гэндальф, блядь, и по что поехало. Ладно, давайте, это ножевой раунд, судя по всему.
Хорошо, может, поскатим, чтобы они еще поразыгрывались, 5 минут мы позиции полетаем, посмотрим. Вроде же даже веселее было, чем сейчас вот это вот, непонятно что, да? Сейчас нужно что-то следить, что они играют, комментируют, блядь. Нам же было весело и без них. Так. Там пошли ножи, уже режутся люди. Какой-то кошмар происходит. Поножовщина, вызывайте ментов, блядь. Ну все, блядь, пиздец, беги, Алексей, беги, блядь. Беги, гномик, они тебя убьют. Ебать. Саровский убийца с топором. О, нет. Саровский убийца с топором, блядь. Слушай, ну Алексей действительно какой-то... Клатч, контест-машина, блядь, клатч министерства, министр клатч, как этот, из Астралис, чел, хурях, вообще нереально, очень, он прям включается тогда, когда нужен. Гуся видел? Не знаю, а где гусь, скажите, я посмотрю. У них пока пистолетка. На гусе умер. А, он умер на гусе? Это называется позиция гусь? Алексей сразу отстреливает, кстати, голову. Блять, что делает Алькор? Это какой-то пиздец, блять. Я надеюсь, скауты смотрят, потому что можно вырастить игрочка, который будет покорять Т4 сцену просто жестко, блять. В прайме, конечно же. Инсайд что-то пытается рассказать там Димасу. У них идет коллективный рассказ. Муниверс выползает. Такой, что, о, блять, башня отлетает у Мишани. Тут же, блядь, душка от Джокера, Инсайз разменивает, и остается Инсайз один, Алькора укладывает на лопатки, блядь. Самара. Казалось бы, при чем здесь Самара? Ну, плент-то в миде. А, вы хотите видеть через стены? Ебать, Инсайз! 29 хп. Перестрелка идет с Радосом. Спрыгивает вниз. Сейчас муниверс такой. Блять, руку отстрелили, сука, отстрелили, рук живым взяли. А теперь в плен его. Отстреливают запястье бедному Инсайзу. Ну да, попытка была хорошая у него, действительно. И КТ забирают первый раунд. Кстати, там опять какие-то решафлы. Блять, какой? А, это дикой был брошен. Сыны, просто похуй, ебать. А шо, мы играем, да? Так, сейчас надо что-то купить. Вот там Баффия бессмертна. Тем временем выход на Б блочится радугой. Очень жестко. Радуга на танцполе, блять. Простреливает нахуй прямо Тёмочку. Убивает еще и Краймера. Ловит в голову, конечно. 17 хп остается. Мафия бессмертно кричит Арсений Андреевич. Убирает муниверса вместе с Джокером. Берет М-ку в руки. Игра становится серьезной. Вечерок перестает быть томным. Ты убийца с топором. Падает. И остается только Радос Про 90, который находится на точке Б. Информация по нему прошла. Видит М-ку Радос. Забирает М-ку Радос. По баклану проходит Сандей. Какой тактический спуск. И заканчивается он фрагом Радуги. 1-1. 1-1. Оставляют бомбу наверху. Опять какой-то безумный сплит, блядь, один отправляется замыкать. На длине уже пуш жесткий на самом деле произошел. КТ смотрит уже прямо в коннектор. А что это, перемычка? Бля, что, как вы это назвали, нахуй, я уже забыл. Как вы это назвали? Знаешь, почему гусь? Я не знаю. Коробка, бокс. Бокс. У меня, пожалуйста, один бокс-мастер. Арсений смотрит бокс, никого не видит, все остальные в темке. Миша думает, кто-то внизу ждет. Скидывает хаешку, там некого прогревать, к сожалению. Потому что там написано гусь. Понятно. Флешка кладет сюда, флешка кладется сюда. Судя по всему, что-то вот накаляется обстановка, блять. Ашка зафлешена. Пацаны стоят, смотрят, кто выйдет из бокса, чтобы начистить ему его грязное еблище.
Но Арсений перетягивается на мидл, закидывает смоки, чтобы спойти спокойно по шорту. Идет и без них, блять. Зачем смоки клал, загадка до сих пор. Мишаня в темке берет бомбу. Перетяжка идет на ап, по шорту двигается Арсений Андреевич. Выходит мидл, нам не показывают. Там безумная перестрелка происходит. И снова перетяжка на Б. Димас остается один. Очень хорошо Т раскачали. Сейчас КТ. Один Димас остается с Юспом. Его сейчас будут там давить, как тараканчика, блять. Потихоньку происходит перестрелка. Краймер сносится скаута, ебало Радоса. Санде убивает Димаса. Б точка открыта. Безумная пробежка, блять, по карте. Очень жесткая раскачка была сейчас. И три пистолетчика остаются в команде защиты. Алексей еще пытается что-то там настрелять. Но там ответ идет АК. Жесткий. Ловит какой-то урон. Арсений, вы по-хорошему поберечь себя. И Сандею пойти какому-нибудь там постреляться. Или кто еще пополнит. Сандею тоже, кстати, хуево. Еще есть три игрочка. Пошли, пошли, КТ пошли на фокус пистолетов. Тут из аквариума высовывается муниверс, дает ебало графону. С юспа какой-то ужас. На, Краймер сносит голову еще и муниверсу. Алькор отвечает фрагом по Арсению. Остается еще Джокер. Ну тут просто ебало Миша съездил и взорвался. И Джокер еще, блядь, подбирает там Краймера. Ой, какая жесть. 2-1 пока в пользу атаки. Кого? Просто на пустом месте пистолетчикам поотдавали оружие. Теперь нужно покупать какую-то хуйню. Краймер закидывает нереальную флешку. Все слепые. Арсений вышел, сжал кнопочку. Зажим чисто киевский. Киевская техника проглядывается. Муниверс. Идеальная дистанция для пушки. Добирает Арсений. Это, кстати, бизон. Знаете, в чем смысл? Бизон — это такое есть оружие, а еще есть такая корова. Бизон называется тоже. Удивительное рядом. Заходит команда атаки на А. Ставится плент. В итоге 2 в 3 остаются Т против КТ. И нужно как-то выбивать. Радуга, кстати, намерен убивать. Он не намерен сейвить. Одиночными Сандейл. Последний ловит ебало. Молотов прямо на голову. Графон улетит. Ну, как сказать, на голову, конечно, да? Там табличка, что там, блядь, написано на табличке? Там, видимо, телефонные звонки происходят, поэтому вернули адресату. Почта. А, нет, это телефон, скорее всего. Ну, телефон мы на почте. Угу. Ёлки-палки. Ну что, раунд начинается. Кстати, атака уже 3-1 ведет довольно жестко. Потом же еще нужно как-то будет в защите отыгрывать. Краймер кидает флешку, кинули Краймеру. Там же сразу он и зафлешился. Опять же, выход на Б. Б вообще никого нету. Там стоит в проходе в дверях только. Димас пострелял с Юспа, и на этом все. Господи боже. Что я вижу? Из окна Радос пытается настрелять с какой-то фармилки. Пока что 1-1 размена. Ставится плент. Радуга взрывается нахуй с гранаты. Прямо под точкой. Еще и где-то Джокер умирает. Димас подкрадывается, ебать. Подкрадывается. Ну тут в мясо. Какой скин дает больше скилла? Очевидно, Dragon Lore, вроде как, я слышал. Еще Вулкан, кажется, тоже много очень к скиллу дает. Еще Акира. О, Командос. А как вы называете эту пушку, которая сейчас в руках у Сандея? Мы называли ее Командос. СГшка, наверное, сейчас она называется. Да, так и ебать, муниверс пролетается по ебалу инсайзу, но всего лишь 50 хп сносится. Арсений! Жесткий выход, голова Димаса отлетает. Киевская разборка, можно считать, завершена. Радос на приеме. Дым в ебало, пытается что-то пострелить, не получается. Молотов еще и поджигает окно. Радос, блядь, торчит микрофон. Ему насовали в этот микрофон пиздюлей, блядь, остается 26 хп, в аквариуме убивают еще и СНД, хотя это танцпол, о чем я, блядь? Это Радуга стреляет из аквариума. Танцпол. А почему танцпол? Да, блядь, я не знаю, танцуют там, видимо, нахуй. Я тебе сейчас покажу позицию, блядь, после этого раунда. Да похуй, они пусть доигрывают сами. Лиза, вот это, блядь, Гэндальф, прикинь. В смысле? Да вот, блять, вот Гэндальф. Я в Гэндальфе. Это сейчас же ящики. Это Гэндальф. Нет, это ящики. Да я сам охуел. Да чё, Гэндальфа не знаю, что ли? Вот так вот.
Четвертая позиция. Четыре позиции я карту принес. Арсений ждет и Тёмку, и окно одновременно. Алькор убивает. Арсений на размене. И вот Джокер и Арсений. Ну, это киевский бандит, блядь. Элита криминального мира Киева. Просят показать Алькора. Я не знаю, видимо, последить за ним. Как его? Хрещатский разбийник. Прозвище у него в криминальном мире. Типа он... Мафиозник. Покажи гуся. А чё он... Сейчас покажу, пока там все равно идет непонятный какой-то раунд. Куда ты полетел, Алькор? Алькор не там. Вот тут где-то Алькор умер в гусе. А, вот он, потому что, видишь? Ну, тут логично. Краймер, кстати, Краймер с графоном под флешку убивает, раскупоривают точку А, жестко с длины. Автоматическая камера помогает. Краймер еще и пытается смог закинуть на А. Закрывает КТ-рез, никто ничего не видит, но Редга поджимается с МПшкой прямо в смог. Очень смело. Помогает, пытается Редус поддержать огнем, поддержит удачно, помогает своему тиммейту, который сейчас пытается защитить. А, это Муниверс, кажется, с дробовиком, ебаный в рот. Ну, он любитель, конечно. О, Миша вылетел. Sunday Insights. Сразу отвечает двумя фрагами. Остается он. Остается он, ебать. Джон Уик. Но даже отсутствие игрока не помогло. Не помогло. Но есть еще бот Риджуэй. Бот Риджуэй. Ставится пауза. Да ебать, нормально. Я бы посмотрел, скажу, бот Риджуэй. Звучит как радуга на английском. Так можно было бы его прочитать. Пагура. Риджуэй. Риджуэй. У нас МВП почти залагали. Залагали Ли. Кстати, лидеры пока Радос и Арсений. Может быть, у Миши тоже что-то было, но я не посмотрел. А Миша прям вылетел, у него стрим тоже лег, все, конец света. И они уже играют там, где-то, у меня-то задержка. Вылетел, да? Нормально уже, все, игра... А, наверное, играют. Вот в чем был вопрос. Бля, ну если доту я хоть что-то еще понимал, то в КСе это пиздец. Я понимаю только, особенно что... Особенно с Гэндальфами. Что борода... Блядь, Гэндальф. Я у них спрашиваю, говорю, почему называется Гэндальф? Все... Ты не пройдешь, не, да? Не, все кикве ставят, блядь. Типа, ебись оно нахуй. Ну Гэндальф и Гэндальф, блядь. Так может тебя просто обманывают? Ну конечно, они все написали одновременно, что это Гэндальф. А посмотри, они сговорились, у них есть отдельный параллельный чат, а они такие там... Тут еще есть половина говорит, что это ниндзя. Типа у них есть это ниндзя, это Гэндальф. Ниндзя Гэндальф! Ну хотя бы почему, когда это ниндзя, знаешь, я могу понять, потому что, ну типа, ставится плент, чел здесь стоит, там типа все уходит, ага, а он такой раз, ниндзя дефьюз произвел. Значит ниндзя, ну типа, знаешь, ну без палева, типа вот. А ничего, что его с шарта вот так вот можно взять за яйца? Нет, так с шарта-то да, с баклана ты имеешь, это баклан. В смысле? Это баклан. Это вообще нельзя произносить, как мы это называли. Я тоже. Но можно без последней буквы. Но это баклан, короче. Я, кстати, когда с Ниной играла виноградинкой, угу. Я тоже назвала вот это вот так. Зак-зак. Да. Как орки. Зак-зак. И знаешь, что мне сказали? Ядрить мы. Мы не слышали этого лет 15. Намекая на старость. Зак-зак. Зигзаг, если порно. Да, это и есть зигзаг. Это поэтому и так называют зиг. Типа зигзаг. Макряк. Ладно, игра продолжается. Миша влетел в игру, блядь, сразу ссадину на лопатку уложил. Тут же Сандей на помощь приходит. Спайдерозки пытается отстрелиться Алькор. Хуёво пока получается, блядь. Патроны заканчиваются. Инсайз простреливает еще и Алькора каким-то образом через стену. Игра становится душной. Блядь, Муниверс. О-хо-хо-хо-хо. Графон пытался спрятаться в яме, но... Усинский потрошитель, блядь, кажется. Первые три фрага подряд сделал. За эту серию. Усинский потрошитель. Нету рук, купи аук. Ну у него прицел, правда? Ой, хаяшка прям Димаса разогревает на большую часть хп. Димас в ахуе, прямо ебалом его проглотил. Тут же Арсений еще и додушивает его в дыму. Господи. Арсений просто насрал сейчас на голову Димасу. Кроме шуток, он насрал ему на голову. Тут же с ножом на перестрелку Радос приходит, но успешно убивает Инсайза. 6 хп остается у Радоса.
Забив продолжается на точке А. Тут уже ребята вышли с шарта. На Гэндальфе находится сейчас Крамер. Хорошую ХЕ откидывает. Ставит смоки. Чел в гусе еще ждет. У моря погоды. Сандэй ликвидирует угрозу Джокера на Б. Растягивается безумно команды. Но Плент мечется в темке. Убивается дыра. Оно же очко. Под точкой стоит сейчас Алькор. Прячется со своим П90. Доктор Сений. 4 хп оставляет Алькору, но у самого 35. Наладом дышит. Ставит Миша плент на Б. И остается Алькор-то один на самом деле. Со своим про 90. Делать что-то надо. Арсений делает дела наверняк. Он не знает, сколько там хп. Он знает, что у него 35. Лишний раз воевать не хочется. Делает хуйню в итоге. Там какую-то пытается забайтить, поподстреливать. Сандэй бежит, роняка за фрагом. Скорее, скорее, скорее. Последнее место. Нужно взять фраг. А, хорошо. Вот уже и... А, нет, да, все. Миша, кстати, на четвертом... А, у Миши 4 фрага всего. Короче, я расскажу один анекдот не смешной, который сейчас сама придумала, и второй смешной. Давай, давай. Значит, первый не смешной. Заходит как-то Гэндальф, ниндзя и гусь в бар. Так. В даст. Это анекдот? Да. Очень смешно. Давай второй. Вот, а это плент. А второй анекдот-то будет? А клуб любителей радиоактивных элементов распался. А, жестко. Второй лучше. Очень жестко поддушил Крамер, на самом деле, с баклана. Еще и в медиа инсайз выскочил, как черт из табакерки. Саня остается один, он в темке, причем верхний спускается нижний, но МП5, какие шансы, блядь. Тут перетяжка. Ой, еще инсайз, боже! У-у-у, Саня! Туда его! А плент, Саня, плент-то у тебя! Саня! Саня, ты пробежался по пленту, стой! Ебать, если он сейчас заклатчит это, я не знаю, мне придется ему боксмастер купить. Вот разве не войс сейчас включался у кого-то? Забирай, бля, плент своровали. Саня. Это посмеялись над первым анекдотом, спасибо вам, такого анекдота не существует. Флешки попадают прямо по Арсению торсу. Бля, Саня ебалом, конечно, прошлепал. Вообще жестко этот момент. Гэндальф — это если запрыгнуть за эти ящики и смотреть шорт. А ниндзя — это сидеть за ними. То есть чисто теоретически Гэндальф может насрать на ниндзя. Чисто теоретически это не имеет никакого смысла. Саня грустит. Поймал тильт. На самом деле 8 раундов за атаку уже берут ребята. Мафия бессмертна. Очень вовремя нас переключили, но там инсайд победил Радоса. Тут Алькор с про 90 укладывает на лопатки всю атаку. Инсайз. Господи, какой кринж. Сандэй нормально с ВП убивает. Боже, Арсений убирает одного. 2-2 ситуация. Плэд остался на ТТ-респе. Блять, какой ужас. Если бы он не спешил, он бы мог сначала одну пульку, и потом второго. Ребята бы вообще не попадали. Остались Муниверс и Сандэй. Этот бой будет легендарным. Находит калаш Сандэй. Все гранаты в наличии. Можно очень много чего придумать. Надо дымом закрывать. Он вообще закрыл? Он не закрыл. Блять, ну ладно. Закидывается хаешка, взрывается, салютики. День независимости Даста сегодня отмечается, кстати. Поздравляю с праздником вас. Ну и Сандэй оказывается лучше просто. Все, решил взять калаш. Сандэй аук принес той партии. Трофейный. Ну, снаряжены кто чем, КТ. Выходит Саня в темочку верхнюю. Убивает одного, убивает второго. Все, темка разложена. Александр Великий.
Ебать, инсайз неплохо муниверсу башню пробивает с ямы. Он, кстати, из Самары. Инсайз, и когда он сидит в яме, он чувствует себя как дома. Тут же Димас пытается отбить точку Б последними силами своими. Про 90, у него ничего не выходит. Опа, минус сразу на точке. Точка свободная, можно заходить, делать делишки. Остается Самара, остается Москва и остается Москва. Хаешка. Саня, разогретый и жареный, блядь. Подан на стол, можно сказать. Я, блядь, стал сейчас врагом нахуй всех самарцев. Самарцы, простите, это, блядь, я в яме живу, вы заебись. Это было так, к словцу. Самара, городок. Моликом закрывается у нас Double Door. Пытается прострелить через Double Door Арсений Андреевич, радуга красная, отступает на ТРС. Тут ребята пытаются выйти из верхней Т-шки. Там Саня на приеме стоит. Александр Великий! Александр Великий! Принимает всю точку Б во второй раз. Алексей в Double Door. Пытается на шару прострелить. Психанули, блядь. Арсений хорошо прошивают, на самом деле. Через Double Door он уходит в нижнюю Т-шку, собирается подняться наверх. Что это за позиция, блядь? Не знаем. В нижней Т-шке. Ну, это уже чисто партизанская тактика. Посмотрим, как она выгорит для киевского костолома, криминального авторитета. Бархвальский разбийный. Никак, потому что там уже тоже киевский хлопчина на приеме. 7 хп оставляет Арсений своему врагу. Двери Б, двери МИД. Все гениально и просто. Там какие-то, блядь, крохи уже собирают ребята. Закуп непонятный, блядь. 14 раунд у пацанов по нулям. 0 долларов, 0, 300. Плетка, ебать. У Миши Графона плетка. Кстати, он вообще выпал из этой игры. 4-8 у него статистика. Трансферное окно прошло плохо, очевидно. Инсайз из ямы, блядь. Чувствую себя комфортно. Одно ебало вешает. Второе ебало вешает по муниверсу. Блядь, шутки шутками, но... Долька правды все-таки получается есть. Сандей пытается с фармилки хоть что-то сделать, оставляет Джокеру 8 хп, блядь, и убивает его с глока. Ну шо, ставят плен самарский самородок. Остается только Дмитрий Бист. Покажет ли он нам красивую игру? О, да! Сандея прошивают, но он пришел с ножом на перестрелку. И в очередной раз Дмитрий Бист сделал дрист. Последний раунд, по-моему, да? Первой половины. Счет 3-11. Очень тяжело будет потом в защите. Димас добыл немного камня для команды. С диглом. КТшники кто в чем? О, плетка у муниверса, кстати. Инсайз находит где-то убийство Джокера. Нам даже не показывают это. Почему? Почему так? Пока что 4 в 4 ситуация. Ставится плент. Вообще без всяких препятствий. Миша Графон с плеткой высекает просто по половине хп. О, прогревается Дмитрий Бист. Боже, плеточник Графон. Остается один радост, у него фармилка. И это конечное, судя по всему. Ебать, он еще его и в дым прошил. Всего лишь нужно было немного поругать. И игра закончится у нас, судя по всему, уже очень и очень скоро. Потому что нужно 3 раунда взять для ничьи, 4 для победы. И это защита. Посмотрим. Ого, Муниверс берет тег 9. Читы запускал, как доливал.
Крык. У нас есть ковбой, дамы и господа. Давайте посмотрим за ним. Бля, 3.12 проебываешься, и ты ковбой, охуеть. Ну, Саровский убийца с топором, его пути неисповедимы. Као. Ба. Као. Ба. Танцпол, начинается перестрелка, блядь. Куча патронов. Все, заканчивается, Алексей. Тут же уже жесткий идет разъеб. На самом деле, Саня хорошо разменивает, открывает точку Б. Можно сказать, в одно ебало, на самом деле. Держится за эту карту как может. Простреливает еще в КТ-респе. Саня берет ЮСП. Сейчас начнется охота за головами. Арсений с 5-7. Находит Родоса на танцполе. Начинается забив. Родос за ящиком. Тут же Графон приговорил Муниверса, который крысил Арсения. Тут же выходит еще и Джокер. Пытался инсайд залезть в окно и в итоге залез на тот свет. Да, играй. Толстая тетя еще не допела. 5-7. Отличный урон. Ну, съебываться надо, да. Арсений это прекрасно понимает. Типа, красивый пистолет. Так просто его отдавать. Ну, куда? Берет Родос ЮСП и идет пушить. Арсений стоит на приеме. Плохие шансы у Радуги. Хорошие шансы у Радуги. Арсений хорош! 5 хп, боже, какая голова! Ё-моё! Жёстко. Ковбоем он был бы, если бы взял револьвер. А для меня он ковбой, когда взял два пистолета. Потому что ковбой тоже с двумя пистолетами. Тут же Арсений со своим... Ебать, я очень неплохо, там пуш Б полный, тотальный, Арсений берет по 90, там идет инфа по нему, он зажимает, блин, убивает еще в голову Алькора. У Радуги очень мало хп. Хочется им что-то запушить, но не хватает какого-то потенциала, потому что там Краймер еще с той фармилкой своей. Душно, Краймер убивает Радугу, очень мало хп, пытается наш... Боже, блядь, это пиздец какой плохой пуш был. И как же хорошо Краймер на последних, на тоненького, можно сказать, остался в живых и поставил еще два фрага. И прикрыли его здорово со скаута. Просто здорово. Смотрите, ну, вот как бы и КТ включаются в игру. Кто с чем сейчас за атаку? Будем мы, конечно, смотреть. Хорошая хаешка, но, к сожалению, Мунерс еще не зашел. Один хп теряет. Пушат по шарту очень безумно, смотрит дабл дорс, никого не видит. Хотя это другие дабл дорс, хотя те дабл дорс, хуй его знает. Хорошая хаешка. О, Радуга разогревается, жареный молдаванин. Одна штука. СТ-9 выпрыгивает Муниор, забирает Краймера. Кстати, все довольно серьезно, заходит перезаряжаться, но там уже нет безопасного спота. Инсайз подпушивает, СМ-4. Адалькор с Глоком был. Муниор снизу. Блять, какой ужас. Мой не знает, где он находится, блять. Принесите эту таблетки. Вот старики бывают, убегают. Кстати, страшная вещь, даже хочется шутить про это. Но вот это Муниверс в этой игре. Он хуй, блядь, не знаю, что, где? Ебать, где я нахожусь? Спиной выходит в позицию, с ножом на перестрелку. Это тупо он. Ставится плен Джокером. Лишние деньги будут, но... На этом все, потому что 14 раунд. 2 до победы. Деньги на закуп есть далеко не у всех. У Радуги только 2800. Калаш без брони. Это конец. Я, если честно, я бы... Даже трудно сказать что-то. Просто переезжают пока. Команда просто переезжает команду Б. Пуш Б. Ну, все, что они выдумали. Оставили план здесь. Типа, оставили, взяли. Типа, что мы делаем на карте? Родос прыгает вниз. Начинается постреливать Димас. Ловит въебало от сайта дважды. Нет, один раз всего лишь, потом он так дожал. Но есть хотя бы размен от Сани. Саня, кстати, незаменим в этой карте, да, и это видно по счету. Очень старается. Арсений что-то тоже не туда пришел. Все красные, блядь. Ситуация хоть 4 в 3, но там 3-15, 9-20, как бы. Очень мало хп. Под Краймера выходит, ну и что? Будет ли хайлайт? Хорош. Все, остается один Димас, 15 хп, и это 15 раунд, ну... Что, нужно 11 подряд сейчас брать атаки каким-то образом? АВП покупает инсайз, и сейчас мы увидим с вами. Он не палил, понимаете? Он не палил. Он не палил до этого момента, что он способен сделать с этим оружием. Сейчас, ребята, вы увидите правдивую мощь самарского маньяка.
Ну, да, решил не палить страты до конца. Правильно? Решил не палить страты до конца. Кстати, атака-то берет раунд, похоже. Остается только Краймер и Санды, и они были в точке Б. Опа, Радос! Нож! Хорош! Краймера посадил на нож. А ведь он веб-разработчик. Димас. Хороший, Димас. Цементирует раунд пятый. 5-15. Ну что, 10 подряд. 11 было, теперь 10 надо взять. Всего ничего. Опа, Димас. Давай, прострельчик, Савика. О, а... В смысле? Не понял. А это нормально, блядь? Тут что, нахуй, Петрович решил себе пристроечку, блядь, сделать? А с каких пор, блядь, у Петровича пристроечка здесь? Убрали. Ай-яй-яй. Это Муниверс? Подавление опять устраивает? Мужики, я их давлю. Саня пытается пушить. С АВП выходит бист. Там сразу Миша ликвидирует. Миша за ящик прям в точке прячется. Ух, какая флешка. О, он был просто лучший. Кажется, это конец. Это конец команды Б. Блядь, ну тут Муниверс как бы пытается по сопротивлению оказать какое-то. Ну, тут просто пере... Ну, это конец, это что делать? На нож, Арсений. Арсений, на нож его. Молик, он должен сгореть, нахуй. Бля, Краймер-то что-то там собирался делать. Убивают 16-5, в принципе. Дело сделано. Ладно, ребят, я уже с вами посидел на Римворлде. Посмотрели мы с вами КС. И я потихоньку, наверное, двину.